Дополнительные средства из федерального бюджета выделены Камчатке. На бесплатные лекарства для тех, кто лечится на дому, амбулаторно, потратят 17 миллионов рублей. Об этом на оперативном совещании в Доме правительства сегодня сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Кузьмин. Он также добавил, что в крае вакцинировались порядка 50 тысяч человек. В сутки прививаются до 1200 желающих. Чтобы не было перебоев с вакциной в ближайшее время, в край должны поступить 18 тысяч доз гам-ковид-вак, а к концу недели еще и эпивак-корона. На 1600 человек еще и эпивак-корона. То есть суммарно мы должны получить почти 20 тысяч доз в ближайшую неделю, что, соответственно, даст возможность спокойно работать, ну, не спокойно работать, я имею в виду, без перебоев осуществлять вакцинацию в течение 3 недель. У нас будет в достаточном количестве вакцины.